Салам. Салам алейкум всем. Рандомное, да, это утро было. Кизовского и Кираульского пацана. 8 утра. Мы проснулись 4:30. Ага, сейчас куда мы едем? Всю суету сделали. Умар, альхамдулилля, весь тоже сделал. Теперь мы едем. Кофе заслуженно выпьем, да, чуть пообщаемся. Америчану, да? Да, так, глубокие темы затронем. Хорошая погода. Очень хорошая погода. Солнечно в Вегасе. Все нормально. Завтра будут, иншаллах, хорошие новости. Иншаллах. И послезавтра мы выдвинемся домой. Ты как домой хочешь, Касыму? Алину Магомеду, я понимаю, ты хочешь нас чем-то. Че он писит? Резерва нету. 5 прыжков, 5 отжиманий, 5 рывков сделали, сейчас прыжки осталось. Потом бороться. А че еще сказали? Че за лев, вот? А че еще сказали? Оттуда хоть. Тебе как фартануло, что у тебя здесь ислам есть, а вдивый брат. Все говорит. Короче, всем ассаламу алейкум. Вот закончился Умар бой, выиграли. Вот Умар, пару слов скажи сейчас. Ассаламу алейкум, всем кто поддерживает, баракаллах. Двигаемся дальше. Теперь иншаллах. Один бой или за титул? Али, say something about Умар. Умар, альхамдулиллях, number one. Not only fighter, number one man, real man, good Muslim, mashallah, tabarakallah. Thanks so much. Very nice weather. I love this weather. Okay. Assalamu alaikum. Спасибо большое всем. Assalamu alaikum, друзья. Наш брат сделал свое дело. И, конечно же, он обратился к Казахстану, что получилось так. Смотреть до конца нападение на Хазбика. Братьям из Казахстана хочу сказать, что получилось так, как получилось. Ни он, ни я не желали этого. И, знаете, чувствую себя не так хорошо. Друзья, эти слова он произнес после боя. И сказал, что творится в Газе. И мир не обращает внимания. Спасибо за просмотр. Все это. Универсалка на старте. Занавесится этот. Так. Все на месте. Для проколки на пыль. На месте. GoPro тоже заряжен, запасная батарейка, новая тема. Так это 11. Так, для информации. Только что я домой зашел. Я вообще урону одну. Но сегодня больше есть. Пришел домой.